Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя легенды. И заберем, пожалуй, в начале реворд, пройти одну серию испытаний. Ребят, я специально за кадром прошел, чтобы вас не томить. И забираем с вами колоду. Так, посмотрим, что нам здесь выпадет. Ага, Ксевер Монтес, я вижу уже. Отлично. Так, сегодня что мы хотим с вами сделать? Ну, естественно, пойти на турнирную арену. Ну и, как говорится, ребята, нам нужно... Сегодня у нас суббота, получается, да? Остается лишь полтора дня для того, чтобы мы попали в Лигу Мастеров. Но я вам уже в прошлой серии сказал, что вряд ли, по-моему, у меня это получится. Слишком тяжело все там идет. Слишком тяжело. Так, давайте тогда мы еще, наверное, сейчас быстренько найдем ДНК. И у меня есть одна хорошая новость. Потому что мы можем с вами сегодня перевести Бакстера Муху в пятизвездочный золотой ранг. Ну, вначале начнем с Микеланджело. Давайте попробуем. Ага, 12 минут нужно подождать. Хорошо, это мы с вами подождем. А, интересно, на Муху тоже придется ждать? На Муху как раз, ребята, тут есть у нас. Давайте попробуем две попыточки. Точнее, даже не две, а 6 попыточек сделать. Вот, ребята, 2 ДНК уже нашли мы с вами. Так, 3, все. В принципе, ребята, то, что мы хотели, то мы с вами и сделали. Сейчас посмотрим. Вот, что нам для этого нужно? 10 тысяч мутагена. Черт подери, а у меня, ребята, всего лишь 5300. Конечно, наберем с вами 10 тысяч мутагена, и я сразу же его переведу. Потом поищем карточки на Микеланджело ДНК. Естественно, на Бибопа. Ну-ка, дайте-ка я посмотрю, кстати, может быть, его уже можно... Да, его уже можно искать. Так, тут нам балалайку показали. Здесь тоже, ну зашибись, ребята. Ни одной ДНК, что ли, не дадут? Одну всего лишь дали. Итого у нас получается сколько в общей сложности? Давайте глянем, ребята. 92 ДНК на Бибопа. То есть получается 8 ДНК нам нужно еще. То есть это игры 4, как минимум. Это как минимум, ребят, придется нам сыграть. И на Микеланджело мы поищем ДНК. Хотя бы до 90 уровня нам сегодня... Ой, до 90 ДНК его прокачать, это было бы уже неплохо. Кошку я пока, ребят, трогать не буду, потому что у меня очень мало телепортов. Они мне пригодятся, я пока тратить не буду. Ну что, давайте начнем, пожалуй... А, ревард, да, конечно же, забыл совсем. Поднять уровень персонажа и сразиться, подожди-ка, в 10 боях. В 10 боях, но это будет, когда мы с вами уже будем искать Микеланджело. Так, отправляемся, ребят, на турнирную арену. Правда, у нас всего 3 отката. Ну да ладно, ничего страшного. И, кстати, здесь мне дают очень мощных персонажей, мне не дают слабеньких. Хотя вот здесь, например, мне дали 2 серебряных. Это Донателло и Микеланджело. Давайте попробуем начать с них, пожалуй, да? Так, возьмем Лео. У нас есть с вами 3 отката. Так, Лео берем и давай, наверное, вот так вот попробуем. Опять же, ребят, не вариант, что мы здесь можем затащить. И Рокзара. Поехали! Сейчас посмотрим. Вертушка в первую очередь, да, у нас будет от Леонардо. Ну, Рокзар, естественно, в провокацию сейчас будет ставить. Вот меня, какой Гаврюша больше всего смущает. Да-да, это именно кролики. Так, если Пит упадет сразу, это будет классно. Ага, Пит не упал. А, ребят, все нормально. Все нормально. Пит остался живой, но зато мы всех остальных с вами перебили. И это круто. Сейчас мы здесь сделаем все по фэншую. Так, тихо, подожди, что-то не получается. Вот, Пит лежит, и, ребята, остается лишь тут Макман, который плюется. Но это все бесполезняк, на самом деле. Сейчас мы его разберем. На, когтями. Постепенный урон, я думаю, что... А, добьем тогда. Ну что, ребята, первый бой вроде бы неплохо у нас вышел. Давайте продолжать дальше. У нас 3 отката плюс еще 2. Вот так, ребята, ни с того ни с сего игруля просто взяла и вылетела на пустом месте. Как меня вот это раздражает, я не понимаю, почему. Хорошо, ребят, давайте дальше искать. И тут опять нам ничего не сулит хорошего, я смотрю. Да дайте мне хоть какой-нибудь персонаж, это в серебре, а? Ничего не дают. Ты посмотри. Да елки-палки, я не хочу драться с голдой. Дайте хоть одного героя серебряного, а? Че вы? Че вам жалко, что ли? Да, по-моему, не светит мне ничего здесь. Ладно, придется тогда драться с ними. И здесь я выберу, скорее всего... А давай вот этого, ребята, да? Снежана. Ага, давай-ка со Снежаной поделимся. В общем, я беру обратно Леонардо к себе.
63-й уровень здесь, елки-палки. Давай тогда вот так сделаем, наверное. Возьму Бакстера Стокмана и все это дело замаринуем. Кем замариновать? Ну, давай Крисом Брэдфордом, хорошо. Пускай он будет ставить свою защиту. Соответственно, Микеланджело будет делать уклонение. И я думаю, что мы здесь с вами справимся. Давайте сделаем танцпол. Вот мы танцуем. Уклонение у нас уже стоит. И давай-ка попробуем вертушку суперскую нашу. Никто не упал, и это, ребят, плохо. Это плохо. Что нам надо делать? Ну, во-первых, я хочу... Давайте пробьем Леонардо. Я не хочу, чтобы он хилял здесь лишний раз. Так, кабан. На кого прыгает? На Криса. Причем попал. Воу! Куда летишь? Фух, промахнулся. Отлично, ребята. Блин, опять массовая атака. Ну-ка, давайте применим волну смертельную. Да, ребята, хорошо сработало. И добивочный от Ваньки Стиранка по Роквеллу. Да, неплохо мы идем с вами, ребята. Вторая победа идеальная. Никто у нас не погиб, не упал. Мы получаем с вами бонусы в полном размере. И я хочу, конечно, попасть в мастера. Но очень тяжело, как мы видим, продвигаемся, ребята. Была 35-я позиция, стала 26-я. Что-то тут как-то не то, если честно. Давай в этот раз мы с вами возьмем... Так, тут Донателло... Погоди-ка. Я даже не знаю. Давай, наверное, возьмем... Опять Снежанна? Давай Снежанну возьмем, хорошо. Раз она высовывается, будем тогда, ребята, чекрыжить именно ее. Раз, два, три... Слушай, а зачем мы так с вами делаем? Ладно, пускай отыграются. Хорошо, фиг с ним. Просто я немножко не уверен, что мы сможем здесь затащить. И возьму, наверное, Армагона. В общем, сейчас вертушка от Леонардо. Надеюсь, Змейка Вюн здесь отыграет отличненько. Не подкачает меня. Так, кунайчики полетели для начала от Карайки. Как же у него, ребят, все-таки слабо развитый вот этот кунай-удар. Потому что, ну, минималку он отнимает. Так, змея-карай кричит. И опять же никто не падает. Ёлки-палки. Да ты достал со своими суператаками уже, а? Вот серьезно говорю. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, не надо. Почему-то все ребята по Леонардо бомбят. Вау. И добивочный, да? Нет, не добивочный, а так. Есть. Ну что я могу сказать, ребят, довольно неплохо. Неплохо мы здесь выиграли. Это уже третий бой. Давай посмотрим, куда нас переместят. Давай посмотрим. Да ладно тебе, блин. Всего на 7 ступенек, ребята. Да как же так быть-то? Я даже еще в мастера не попал, а мне уже тяжело. Во, кстати, смотрите-ка. Мне дали Наргиза. У него есть Леонардо серебряный, поэтому давайте, конечно же, будем приступать с него. Так, забираем нашего Леонардо. И вот этих вот, наверное, Гаврюш. Да? Это рискованно будет? Наверное, будет рискованно. Так, тогда мы возьмем в эту пачку. А в эту пачку мы возьмем с вами. Давай Зека возьмем. Фиг с ним. Потом еще один бой, ребят, нам предстоит с вами сразиться. Я думаю, что он тоже будет удачный. И дай боже, мы с вами вообще попадем в Лигу Мастеров. Хотя я почему-то не уверен в этом. Так, давай Вертухан сделаем. Я думаю, что Леонардо здесь упадет. Ага, тут даже многие упали. Угу, не вышло. Так, крик. И остается у нас только лишь... Давай попробуем хвостом его пробить. Рафаэля. Да, мы его, ребят, подбили. Замечательно. То есть это у нас уже какая третья выигрышная партия или четвертая. Не имеет значения, какая, ребят, для меня имеет то, что мы должны с вами попасть в Лигу Мастеров. Но мне это почему-то тяжело дается. Ёлки-палки. И противников дают каких-то, посмотри, уже 70-х уровней. Не меньше, не больше, да? Почти 70-е левлы. Так, я вижу вот здесь вот, ребята, 60-ников. А тут 67-е, 65-е. Пожалуй-ка я, наверное, вот с этих начну. Да, это у нас Борис. Борис Годунов. Так, что у нас? Ёлки-палки, а я смогу ли потянуть-то вот этим составом? Ха. Получается, что это, ребята, у нас последний с вами бой. Потому что больше у меня персонажей нету, откатов нету. Ну, будут еще два откатика, но этого мало все равно. Эй! Да ладно тебе, да господи, ну почему так произошло, ребят? Я потерял крысиного короля сразу же, с лету. Надо было мне взять все-таки паукуса. Господи, а я взял именно короля. Да, вот тебе и оплошал. Так, сейчас морозильная кошка наверняка будет хилять. Мне так кажется.
И смотри, как она захиляла, а. Хилка прокачана, конечно, божественно у морозильной кошки. Тут ничего не скажешь. Так. А почему это у меня, я не понял, оглушенный Рафаэль в оглушении стоял? Почему так было? Не понял я этого юмора. Дайте мне хоть какую-нибудь массовую атаку, я не могу понять. Что вы тут теребунькаетесь-то все? Ё-моё, он еще по всем бомбанул, а? Я не знаю, может быть, давай попробуем так, ребята, сделать. Встанем с вами в провокацию именно железной головой. Так, только не говори, что ты будешь хилять, а он будет хилять, ребята. Нет, он повесил иммунитет. Ну чё, давай хоть кого-нибудь-то добьем, ёлки-палки. Сосунок, господи. Массовая атака, ребята. Ну все, это был финиш. Это, ребята, был финиш. Ну вы сами все прекрасно видите. Так, он еще что, ускорение или уклонение? Скорость, да, повесил. В общем, здесь у нас только выживет либо Рафаэль с железной головой, либо только Рафаэль. Да, очень паршиво сыграл. Очень паршиво. В последнее время мне все труднее и труднее, ребята, здесь становится играть. Потому что чем выше мы подбираемся к вами, с вами в Лигу Мастеров, да, тем сильнее. Что ты там бросаешь, комок снежный? Тем сложнее становится противник. Плюс не забываем, здесь очень много, ребята, играют тех людей, которые на взломках. Это меня вообще напрягает, если честно. Так, давай вот так вот сделаем. И добивочный нет, ребята, конечно, мы не сможем добить. 49 уровень, он не сможет потягаться с 60-м. Три героя у меня всего лишь выжило. Мы получаем с вами одну несчастную звездочку, которая здесь вообще ничего абсолютно не решает. И, соответственно, мы с вами не попадаем в Лигу Мастеров. Потому что у нас четвертая позиция. Единственное, что я могу предложить, это найти ДНК на Микеланджело в данный момент. По-моему, время прошло достаточно, сейчас посмотрим. Найти. Так, сколько там еще? Ага, 37 секунд. Ну, пока мы это с вами ждем время, мы можем с вами перевести нашего Бакстера Муху. Да-да. Фулл звезды голдовские, ребята. Опачки. Так, и у него открывается новая способность. Безумный ученый. Бакстер Муха смешивает состав и бросает его во врага. Вероятность 25% вызвать оглушение на один ход. Бросает его... То есть, это получается у нас, ребята, одиночный, да? То есть по одиночной цели бросает и 25% вызвать оглушение он может. Ну, хорошо, хорошо, ладно. Иногда полезно, знаете, есть какой-нибудь там противник, да, крепкий. И ты видишь, что у него, например, там Леонардо прокачанный. И ты знаешь прекрасно, что сейчас будет его ход, но ты никак не можешь его законтрить. И, надеюсь, вот Муха бросит свою вот эту вот стекляшку и сможет его на один ход оглушить. Это очень хорошо. Так, ну что, мы с вами Бакстера Муху перевели в пятый золотой ранг, да? Ну, 5 у него звездочек, короче. И теперь наша основная задача — это найти ДНК на Микеланджело. Давайте проверим. Понятно, с нашей удачей только искать. Есть контакт, а здесь... Да господи ты, боже мой, ребят, ну, сами все прекрасно видели. Мне просто заподлили маленечко. И всего лишь 89 ДНК у него. 89. Нам еще 11 ДНК по любасику на него искать. Так, давай заберем здесь реворд. Поднять уровень персонажа. У нас сколько там? 1489 мутагена. Давайте кого-нибудь по-быстренькому найдем. Ну, например, да. Так, давай-ка мы вот здесь вот. Все, уровень мы подняли. Получим сейчас, по-моему, с вами два последних отката, если я не ошибаюсь. Так он должен быть. Да, ребята, у нас есть с вами откатики, вот они, две штуки. Поэтому можно последний бой заключительный сыграть на арене и перейти все-таки в мастера, но задержаться долго там не получится. Вы понимаете, почему. Так, для этого дела я беру Леонардо, я беру Зека, я возьму Паукуса сюда. И давайте вот так сделаем. Шикарно. Слушай, я думаю, вот здесь вот все будет хорошо. Потому что бросаем бомбочку, естественно, скорость замедляется. Если все прокатит, конечно, хорошо. Ну-ка проверяем. Повесим или нет замедлялку? Ну, на некоторых повесили. Так, теперь, ребята, делаем вертушку. Бакстер, стоп, чтобы главное упал. Вау! Четенько все, ну-ка. Ай-яй-яй, тихо, погоди.
Блин, мне придется так сделать. Ребят, если сейчас не упадет. Упал. Усаги, на тебя можно положиться? Е! Офигеть, какой-то маленький кролик Усаги, да? 45 уровня, завалил шестидесятника. Круто, ну вот теперь, ребята, я вас поздравляю. Мы перешли с вами в мастера, но 93-я позиция. То есть вы представляете, сегодня у нас суббота. Завтра целый день, да, получается у нас воскресенье. Но я буду работать, поэтому у меня получится там какой-то кусочек времени забрать. И то это будет ближе к вечеру, потому что работаю я с утра. И уже потом понедельник. А в понедельник я не смогу, ребят, поиграть, потому что у меня рабочая смена с утра. Вечером я приду, уже будет... Нет, не получится. Ну, хотя бы удержаться в мастерах, вот, одна звезда. Это будет тоже неплохо, потому что вы все прекрасно знаете, что у нас разыгрывается. У нас разыгрывается Леонардо Космос. Довольно неплохая карта. Если мы получим шикарный реворд, нам нужны и осколки. Ну, вы все это прекрасно без меня понимаете, что мы должны с вами от этого получить максимальную, так сказать, выгоду. Так, здесь у нас что? Может быть, интересно, мы можем попробовать пройти вот здесь вот двумя героями на три звезды? Слушай, а давай попробуем, кстати. Поехали. Правда, тут три волны, я не знаю, как они здесь будут отбиваться. Но давай посмотрим. Главное, что в этих ребятах есть все. Есть сила, есть хил. Есть провокация. Так, что нам сделать здесь? Ну, он в провокации уже встал. Ладно, хорошо, давай попробуем ее пробить. Не получилось, к сожалению. И можно... Да ну, не будем мы пока, ребят, с вами ставить стоечку провокационную. Будем просто его так бомбить. Так, вот успокойся. Вот они психи-то, на самом деле, ребят. Так, Маузер почти, ребята, в уцели. Мне нравится, что у Лео автоматически идет отхил. Так, минус. Да уйди ты отсюда. Так, сейчас мы его... Да чтоб тебя. Обменялись ударами. Хорошо, у нас вторая волна. Здесь Бакстер Стокман, который меня напрягает. Поэтому давайте начнем, наверное, с Вертухана. Ой-ой-ой. Так, секунду, что нам тут? Ну, давай по... Нет, наверное, не получится. Хотя, если супер ударом, может быть, и прокатит. Постепенный урон, если повесим на него. Да, ребята, все, Бакстер Стокману, я вам скажу, каюк сейчас будет. Давай, наверное, мы к Северомонтуса добьем. Так, ага. Удар проникающий, опа. Слишком жестко. И этот еще встает в провокацию, а? Олух. Нет, мы можем тоже, ребята, встать в провокацию сейчас и... Но попробуем пробить. Отлично. По-моему, ребят, пора захиливаться, да? Вам так не показалось? Встаем в провокацию, короче, Рафаэлем. И на следующий ход давай вот так вот сделаем. Все, чтобы никто здесь даже носа не подточил. Ну, а дальше уже... Опа, промашки пошли, потому что он, ребят, стоит на уклонении. А если мы вот так вот с вертушки тоже... Ага, пробили. И заключительная третья волна. Здесь тоже, конечно, ребятушки хороши, ничего не скажешь. И начну я, пожалуй... Не, давай-ка мы с Бакстера начнем. Так, тигру в ответку. Отлично. Так, вот этот вот саблезуб, конечно, со своей вот этой молотилкой, он крут. Тут ничего не поспоришь. Да, а нет, смотрите-ка, ребята, он делает плевок. Я думал, что он будет хиляться. Ладно, это его право. Что-то как-то не так, по-моему, ребята. Очень мало у нас с вами здоровья. Кого бы нам накатить? Давай попробуем, наверное, вот так вот сделать. Мимо! Так, еще валун бросает. Нет, по-моему, ребятушки, не судьба, к сожалению. Блин. Не надо было мне, конечно, Рафаэля, наверное, ставить в провокацию. Или не надо было так быстро и рано тратить хилку. Ну вот посмотри, да? Мы бы дожили до вертушки, и вот теперь бы просто их всех разобрали бы. Да. Печально, конечно, вот это, ребята, осознавать. Слушай, по-моему, сейчас и... По-моему, сейчас Леонардо у меня, ребят, погибнет. Ой, мы сыграли даже хуже, чем в прошлый раз. Но не забывайте, что в тот раз мы играли полной командой, да? Некоторые, как говорится, чувачки у меня просто отвлекали их. Тот же самый Микеланджело, который у ворот вешал. В общем, вы понимаете. Ну что, на сегодня, наверное, мы все. Все, что смогли, мы с вами сделали. Мы постарались. Все задания у нас выполнены. Так, на турнир. Так, у нас 93-я позиция. Да, ребята, в общем,
нам остается всего лишь, ну, пару боев сделать. И вряд ли, конечно, мы перейдем. Хотя у меня есть баксы, я немножко еще подкоплю. В общем, ребята, увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.